Здравствуйте, наши любимые подписчики, друзья! Мы с Марусей вышли ознакомливаться с теплицей, знакомиться с пшеницей. Она с таким удовольствием ее лопает. И также я вкусняшек понавешал ей везде кругом. Сейчас будем знакомиться. А она ко мне, друзья, посмотрите. Вот, дитё пришло на голову. Я ее не просил об этом, но она это сама, видите, сделала. На улице снег, друзья, мороз. Ну так, нулевая, может, температура. И мы в теплице. Слава Богу, что есть такая возможность. Маруська наша с удовольствием сразу же эту пшеницу давай кушать. Ребенок, видно, не видел этой травы. Пока у нее интереса нету. Нет интереса у нее лазить за продуктами, за подарками. Оп, прыгнула уже на досточку. Это хорошо. Марусь, иди и забирай это. Кукурузу. Наверху висит. Нога один раз посетила нас. Ну ничего, бывает. Это от неизведанного, от непонятного. Все нормально, Маруська моя. Иди вот забирай помидорчик. Вон семечки, смотри. Семечки, Марусь. Вот они, зай, смотри. Вот там подарочек есть у тебя. Иди забирай подарочек. Кстати, на день рождения, Маруська, Светлана Морозова прислала тебе большущий букетик. Букетик состоит из орешков, такой большой, круглый, в круглом таком красивом, как целлофанчики, и внутри так орешки разложены красиво. И мы на день рождения 24-го Маруське подарим это. Вот. Ну, Маруська пока побаивается, наверное. Марусь, смотри, вон кукуруза. Видишь? Бери кукурузу. Вон, Марусь. Маруська, смотри. Ля. Ну, давай, дитё моё, ознакомливайся. Как хорошо дома с травкой, муравкой. Кушай, что хочешь. Да, собачки вон по снегу гуляют, видишь как. Ой, молодец какая, и ко мне идёт. Я очень доволен. Поведение её, друзья, кардинально изменилось. Стала она спокойнее. Действительно, гормоны её бушевали. Ох бы выскочить на снежок, да? Ну холодно, ты замерзнешь там. Смотри, Марусь, ля, подарок. Тут есть подарок, Маруська. Крутюська моя. Смотри, смотри. Доставай, иди. Что там есть? Доставай. Не, не, вон, смотри, я тебя научу. Ля, доставай, иди. Ну, крутая, ну, крутая, все проверила. Такая сладость, господи. Умница моя. Так что, друзья, мы даже по холоду имеем возможность погулять. Не надо, Маруська, не надо. Уходи, нога, проходи, нога. Давай, ты дома, зай, ты дома, привыкай. Все, осмотри, посмотри, что, где. Это от неизвестности. Вот, видите, как туда-сюда бегает, осваивается, смотрит. Да, 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 иди к папочке, иди. Если хочешь, к папе иди, моя хорошая. Ой, 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 ой. Маруська, не могу с тебя. Давай динделин станцуем. Динделин, 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 динделин. Опа! Вот где нам спокойней. Опа. Ну, конечно, смотрите, сколько энергии. Какая красивая. Какая молодец. Что там, собачки? Вроде бы они и здесь, и никак их не достать, да? Моя хорошая. Эх ты. О, да. Так надо полазить, да, Маруська? Вот так я хочу полазить. Вот так я хочу полазить. И, о, опа. Опа. Пустите меня, да? Пустите туда.
Нет, там холодно, Маруська, точно замерзнешь. Смотрите, поняла, что не надо снимать кофточку, что в кофточке теплей. Да, Маруська? Ну, ей, конечно же, где комфортнее, здесь. Нет интереса пока, друзья, ни к продуктам у нее, ничего. Пока такой ознакомительный процесс идет. Уже она, видите, прыгнула ко мне. Я не просил ее, как бы так она сама изъявила желание. Может быть, ей немножко прохладненько здесь. Поэтому сейчас еще чуть-чуть погуляем и пойдем домой. Да, зай? Прыгай, папе. Прыгай. Прыгай, моя хорошая. Оп! Вот. Друзья, будем заканчивать. Всего доброго вам, хорошего, позитивного. Оставайтесь на нашем канале. До новых замечательных встреч. Пока-пока.